Мы также сегодня обсуждали вопросы, связанные с безопасностью в нашем регионе, на пространстве СНГ. Я информировал Александра Григорьевича о постконфликтной ситуации в регионе Южного Кавказа. И, естественно, обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой политики. Ситуация в мире меняется достаточно быстро и, как правило, в негативную сторону. Появляются новые конфликты, новые очаги нестабильности. К сожалению, существующие конфликты, как правило, не решаются, за исключением конфликта на Южном Кавказе, который был решен Азербайджаном военно-политическим путем, в полном соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН, уставом ООН и международным гуманитарным правом, что признано сегодня всем мировым сообществом. Тем для дискуссии, конечно же, очень много. С Александром Григорьевичем мы активно работаем последние 20 лет. За эти годы в разных ситуациях мы всегда сохраняли приверженность нашим ценностям, добру, достоинству, честности в отношениях и нацеленности на результат. И думаю, что вот те доверительные отношения между руководителями наших стран, они, естественно, дают импульс всем другим государственным служащим, что они также должны между собой общаться, работать, дружить и работать на благо своих стран и на благо укрепления дружеских отношений между нашими странами. А то, что это отношения дружеские, думаю, что вот сегодняшний день наглядно демонстрирует. Я еще раз, Александр Григорьевич, с благодарностью хочу сказать, что ваш визит воспринимаю. Это знак дружбы, знак уважения. Мы в предыдущие годы совершили несколько взаимных визитов, и официальных, и рабочих. Но государственный визит, он и по форме, и по содержанию всегда отличается. И рад вас приветствовать и желаю вам и дружественному братскому народу Беларуси новых успехов и побед. Спасибо.